Вторник, 19-е. У нас тут как у наркоманов. Белый день, черный день. Белый день. Вот. А так это осень. Догнал каракат в подволочке, оставил у людей, возвращаясь в Павловскую. Ребята там уже, наверное, перетащили лодки, подкачались. Зато вот у черники-то сколько было. Смотри, после мороза-то вкусняшно. Да. Ее сейчас не пособирать. Вроде сухо, а здесь-то сырая тропинка. Люковка. Ух ты, нас-то морозный. Вот люква немножко. Перейду сам. Вот лесная тропа. Никто больше не ходит. Только мы ходим. Да. Подзавалило ее. Никто не хочет чистить. Прыг-скок. Вы видите тропу? Я не вижу. А она есть. Ну вот. Болото практически перешел. Опять срезал метров 700 пути. Так что такие дела. Завалило. Так. Попробуем поднять. Оп. О. О. Обходить не хочется. Тут надо будет. Завалено. Ну, не критично.
Не критично. Пока что все перешагиваемое. Ну все. Сейчас я скоро выйду на дорогу. Ну вот. Немножко дорожки. Прикольно идти по лесу одному. Хорошо, вот тут постоянно что-то шумит. Какой-то транспорт. Да и мы только что сами проехали. Вот. Так. Вчера мы грибы, целый кузов грибов. Там красноголовики в основном. Ну, немного белых. Чистили, пока печь топилась. Потом все это нанизывали на вички, а и все это, ну все не влезло, кузов не влез весь в печь. Часть грибов оставили на сегодня, будем топить, сегодня будем досушивать. А так сейчас в печи сохнет партия грибов. Также у нас опять сварился супец из куры, из грудинки, не знаю, не смотрел. Просто вынул. Вечером придем. Только подогреть и все. Так-то так. Я с вами уже и дошел до ручья. Ручей, который вытекает из Долгого. Тут раньше был высокий мост. И стояло еще мельница. Вот свая от старого моста еще стоит. Вон. Вот, видите? Вот какой высокий был мост. Видите? Видите, какие сваи? О, стоят еще. Вот мостик. Немножко его тут товарищ один починяет его. Так вот тут, наверное, все было затоплено в свое время, наверное. Плотина стояла, раз мельница была. Туда Нелинга. Вот. Ну что, все, идем сейчас до Митина. Какой дорогой пойти? Короткой или длинной? Вот рябчики свистят. Ну, вот здесь вот песочки бывают, порхаются. Медведь так где только не насрет. Тут хорошо переварился, переживал. Никто его не торопил. Вот. Такая вот у нас дорожка. Ну вот. Скоро поворот, на долгая дорога будет. Сегодня был иней на стеклах машины. Так, вот отворотка на долгая. Это на подволочье. Это Митина пока. Ну что, вот она, болотина перед Митина. Вот он, оставшийся, но уже доживающий свой век дом. Дорога раньше вот сюда уходила. И там поворачивал перед Захарова. Улица шла около магазина. Потом заворачивал опять к озеру. И вдоль озера уже за домами шла дорога в Митино. Ой, из Митино шла уже
повозку часовенскую. Но эту дорогу полем не катали уже нынешние люди. Ну где-то раньше вон там верхом ездили, сейчас вообще по полю. Чё? Тут дорог мастить не надо. Едешь, доедешь. Тут стал застревать. Объехал правее или левее. И все хорошо. Там у нас за лесом река Нелинга. Это все знают уже. Давно мы не спускались рядышком. Ручеек впадает вот из этой лужи. В этом году ее практически нет. О, ребята! Кто? Конечно. Там людей как китайцев. Да?